Что ты думаешь насчет культа личности у Трампа? Ну, есть у него культ личности, да. Не является ли это угрозой, или это угрозой американским институтам и республиканской партии? Нет. Ну, культ личности Джорджа Вашингтона почему-то не являлся. Культ личности почти любого отца-основателя, помимо Джорджа Вашингтона, тоже не являлся. Не знаю. Или похуй. Наверное, похуй. И было ли что-то подобное в вашей истории раньше? Не, как можно? Какой культ личности, типа? Это вот только у китайцев бывает. У нас, конечно, не было. Это все ненормально. Это вот Трамп по методичке Путина создал себе на ровном месте. Как бы нихао. На самом деле удивительно, рядом в ТВ выращивают травы больше, чем где-либо еще в РФ, а бухло завозят, но при этом все местное население выбрало бухать и резать всех подряд нация воинов. Так у них, скорее всего, резист к синьке нулевой или просто очень слабый. То есть важно понимать, что Чингисхан этим людям запрещал бухать, если что, под страхом смерти. И на то есть объективная причина.